Здравствуйте, либертарианцы. Обзор еды. Интересный, либо недорогой. Это яблоко. Я уже показывал, не буду его показывать. Оно, кстати, видите, хорошо хранится. Это уже сколько-то там недели прошла, оно не сохнет. По-моему, это Crisp Pink. Вот такие вот появились нектарины зимой в январе. Если ты паразит-чиновник, то ты можешь есть нектарины. А, и клубнику. Но клубники у меня нету. Не могу я показать пока что. Оторвался. Клубника 220 рублей, где-то 240 стоит. Это 120-125, либо 175. Ну, цена. Это эти вот 125, по-моему. По вкусу нормальные, вполне. Немножко маленькие. Они же подсыхать начали. Написано чили. Чили. Растут нектарины. 2 доллара получается. Так. И вот здесь вот то, что я никогда не тестировал, не обозревал, азербайджанский фрукт, айва. Ну, много она продается, и зимой, и летом стоит, ну, я считаю, дофигище, там 100-150 рублей. Я пробовал как-то один раз. Ничего как бы особо интересного не заметил. Это я купил 80 рублей был килограмм. И здесь вот я просмотрел побитая уже часть. Пришлось отрезать. И здесь вот пятно. Хотя покупал как нормальный. Как полностью не битый, но вот уже в мятости. Так, сейчас попробуем. Что-то какой-то не очень. Да, такое вязкое яблоко, простенькое. Ну, какие-то компоты делать, так, сгодится. Груша. Я не помню, что за сорт. Такая вытянутая. 100 рублей где-то стоит. От 100 до 150. Для чего я купил? Попробовать зимой. Все груши херовые. Не сладкие, кислые. Предыдущие, которые я обозревал. И если зимой нормальные груши. Да, эти были нормальные на вкус, я уже сказал. Яблоки тоже нормальные. Это айва. Так. Для любителей. Вот, поэтому интересно просто грушу попробовать. Те пупырки смешные снизу. Ну, это вот хоть без дефектов мне удалось купить. Сейчас надо попробовать, как ее отрезать, так или так.
нормальная, ну тоже чуть сладкая. Не такая, чтобы сладкая, прям мега вкусная груша. Нормальная. Но очень такой простенький вкус. Ну, для зимы сойдет, наверное, конечно. Ну и цена 100, там, 120 рублей. Чуть сладкая. Типа какого-то яблока. Все-таки груша, она должна быть такая прям ароматная, вкусная. Ну, видать, зимой вообще фиг найдешь груш зашибатых. Или я просто до них еще не дошел. Ну, найду, так сниму. И у меня уже я купил тут виноград потестировать дальше. Всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Делаем революцию каждый день обязательно. Все либертарианцами становимся. Государство закрываем. До свидания.